Всем привет! Сегодня у нас опыт «Шарик-магнит». Для опыта нам понадобится воздушный шарик, шерстяной шарф и различные мелкие предметы. Легкие конфетти, рваные бумажки. Для начала мы потрем воздушный шарик о шерсть. Сильнее, сильнее, сильнее. И поднесем воздушный шарик, не дотрагиваясь к этим легким предметам. Смотрите, они все притягиваются к воздушному шарику. В обычном состоянии ни воздушный шарик, ни легкие предметы не имеют электрического заряда. А потерев шарик о шерсть, мы его заряжаем. И тогда легкие предметы притягиваются к воздушному шарику. Продолжаем опыт с шариком-магнитом. Для этого нам понадобится бумажный кораблик. Емкость с водой, ну и, естественно, шарф и воздушный шарик. Шарик мы потрем опять о шерстяной шарф. В емкость с водой опускаем кораблик, подносим к нему воздушный шарик, не прикасаясь к кораблику. И бумажный кораблик следует за шариком. Сила трения на воде небольшая, а кораблик легкий, и он легко приходит в движение. Бумага притягивается к заряженному воздушному шарику. Во, классно! Всем пока-пока!